Да, ребята, данное видео не кликбейт. Я действительно получил Керамбит Голд без доната. Но как же получил? Смотри дальше видео. И как обычно, перед началом данного крутого видео, я разыграю 200 голды. Чтобы получить, тебе надо прямо в эту секунду поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, а также написать хороший комментарий плюс свой ID. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и как вы поняли по названию данного видеоролика, я себе купил Керамбит Голд. Но прикол этого всего в том, что я купил его совершенно без донатов. Я ни разу не задонатил в игрушку Stand of 2. И, конечно же, будут такие, которые мне скажут: да, Кента, пока тебе разработчик все выдал. Нет, ребят, нифига подобного, никто ничего мне не выдавал. Вот, видите, я купил у парня под ником Симпандекс. Купил я его за 17700. И первый, откуда я взял голду, это, ребята, именно благодаря стримам. Я стримил, и любой желающий из вас выставлял выгодные трейды для меня. За что большое спасибо. Спасибо каждому, кто мне помог. Я реально очень вам благодарен, потому что я купил самый дорогой скин в игре. Поэтому спасибо всем и каждому. Также, на удивление, пару тысяч голды я поднял при помощи крафтов. Вы только посмотрите на историю моих покупок. Просто, ребят, смотрите, чтобы вы знали, что это не вброс. Я реально покупал эти пистолетики, крафтил, получал АКР карбон и продавал, и поднимал себе голду. Это реально, ребята, не кликбейт, это все правда. Ну и, конечно же, я еще тот трейдер. Покупал дешевле, продавал дороже, разницу забирал себе. И вот таким вот образом я себе нафармил пару тысяч голды. И самое интересное, что я купил Керамбит Голд на стриме, и, черт возьми, я это даже не заметил. Просто давайте все это просмотрим. Так, все, смотрим. Приходите. Также вот есть ссылочка на мою группу. Сейчас я модуль. О, видите, вот. Я именно в этот момент купил Керамбит Голд, и я, черт возьми, не заметил. Потом я выключил стрим, перехожу на канал и смотрю, все в чате пишут: Кен, ты купил Керамбит, Кен, ты купил Керамбит. А я даже не заметил. Хорошо, что я именно в этот момент стримил. Просто повезло, то что я запечатлил такой замечательный момент. Так что я теперь крутой пачан, спасибо всем, кто мне помогал. Данный Керамбит Голд мне поможет снимать новый контент, за что вам огромное спасибо. Спасибо там Дыня, Аляска, Альбина, вы все мне реально сильно помогли. И я скажу так, то что это очень-очень круто. И самое приятное, то что данный скин стоит теперь 20к голды. А я его, напомню, покупал за 18. То есть я еще в плюсе на 2к голды. Скажем так, пока у меня белая полоса в жизни, я себе решил купить еще 2 бокса и 2 кейса. И, возможно, мне выпадет что-то ценное прямо в эту секунду. Ну что же, поехали! И первый кейс, это у нас Ривал кейс. Погнали, погнали, погнали. И что же нам выпадет? Как вы думаете, что? Обалдеть, выпал АКР карбон. Блин, ну радует только одно, то что выпал статрек. Это, ребят, реально круто. Офигеть, я купился! Блин, я-то думал, что он стоит, ну, 50, ну, или 60 голды. Лол, я еще и купился, вот это да. Реально белая полоса моей жизни. Так, ну а теперь я открываю бокс. Поехали, поехали, поехали. Хочу АВМ Генезис. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, нет. Блин, не повезло. Давайте еще один бокс сразу открою. И мы узнаем, что же мне выпадет. Очень хочу АВМ Генезис, потому что мне никогда ничего хорошего с боксом не выпадало. И, походу, не выпадет. А хотя нет. Блин, почти АКР карбон, вы видели? АКР карбон выпал. Нет. Обалдеть, выпал АКР карбон, но вместо него выпал этот чертов пистолетик. И прямо сейчас я открою Ривал кейс, так что держите за меня кулачки. Поехали, 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 хочу ай-команды, пожалуйста, пожалуйста, ну нет, 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 не Фомас Хул. Эх, увы и ах, мне не повезло. В принципе, на этом все, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал, напишите хороший комментарий, а также вступайте в мою группу ВК, там розыгрыш на 3 керамбита, ссылка в описании. А всем удачи и всем пока, пока-пока.